Эй, у нас пополнение в отряде. Добро пожаловать в отряд. О, благодарю вас. Ты инженер? Да! Есть ремонтный инструмент? Есть. Похоже, нуб. Я нуб. Да. Третий уровень. Да, вижу третий уровень. Так, слушай. Я понимаю, что ты новичок, но... Так, спокойно. Все под контролем. Я подниму. О, что это была за хрень? Я инженер? Можно было бы меня поднять. Слушай, ты совсем не третий уровень. То, что ты тут устроил, было вовсе не на третий уровень. Но ты ведь видишь. На шлеме. Это я вижу. Можете воскресить меня, ребят? Да, да ты не мертв, ты лежишь. Ты лежишь. Нет, я мертв. То, что ты сделал... Лежишь. Просто встань. Ты... О, да, окей. Ты никакой не третий уровень. Нет, я третьего уровня. Давайте чел. Играть в игру. Чел. Я тоже такое устраиваю. Ты нас разводишь. Ты что? Я тоже такое Неправда. Устраиваю. Неправда, чел. У нас к тебе пара вопросов. Каких вопросов? Как зовут твою девушку? Кассандра? Кассандра? И как давно вы встречаетесь? Ну, мы... понимаете. Да, а где ты работаешь? Ну, знаете, на работе. Как давно у тебя был секс? Какой разброс у М416? Стоя от бедра или лежа? Ты точно не третий уровень. Нет, я третий. Что это? Что? Этот шум. Не знаю. Похоже на звук воды, льющейся в ведро. Какуля нырнула? Парень, да у тебя же сральное ведро. Что? Нет! Сто пудов, у тебя там сральное ведро. Нет у меня никакого. Сральное ведро? У меня нет! Все сходится, чел. Ты полковник сотого уровня. Признай это. Ты да полковник ну. сотого уровня? Это что, карта? У меня карта на экране? Да, в нижнем левом углу. И мы все на ней. И цели тоже на ней. Вау, пойду заценю. Давай на чистоту. Признавайся. Ладно, ладно. Я наиграл больше 3000 часов. Боже. Видите? Вот поэтому я и решил. Нет, поэтому я решил стать третьим уровнем. Именно из-за такой вот реакции. Ой, нет, нет. Чувак, не стыдись этого, хорошо? Если кто-то ненавидит тебя, просто игнорируй их. Они просто завидуют. Прими это. Если грубят, значит завидуют. Правда? Ты думаешь, это зависть? О, черт, нет. Ты долбанный неудачник без личной жизни. Сериал переведен и озвучен на русский язык студией Кинотан по заказу сайта playground.ru. Так, пулеметчик движется в нашу... Ну и кто теперь неудачник?